Привет всем, дорогие мои зрители, гости моего канала. Сегодняшнее видео я снимаю по запросу для замечательного блогера Жанны из Германии. Если вы еще не посетили канал Жанны, советую вам заглянуть, и может быть вы для себя найдете что-то интересненькое на ее канале. Я обожаю смотреть Жанны видео, поэтому с удовольствием снимаю вот это видео для Жанны, так как Жанна меня попросила, чтобы я показала мои фавориты от марки Кико, и с удовольствием выполняю ее запрос. Хочу сразу приступить к моему самому любимому продукту от марки Кико. Это лаки. Это лаки от марки Кико. Я храню вот в этой шкатулочке эти лаки. Я эту шкатулочку сохранила. Когда-то у меня здесь был аромат от марки Dior, назывался аромат Hypnotic Poison. В общем, шкатулочка осталась от этого аромата, и прекрасно хранить здесь можно вот эти лаки от марки Kiko. Кстати, сегодня на моих ногтях лак от марки Kiko, вот этот. Это такой лак, как же назывался, дуо, то есть здесь нормальный лак, да, вот эта база, а сверху можно покрывать блесточками. И, в принципе, результат вот такой. Еще у меня один есть, вот такой вот лак дуо, тоже красиво смотрится на ногтях и прекрасно перекрывает ноготь. В общем, а вот это пошорпанный кирпичик уже надо выбросить, но так как я должна была делать это видео, придержала для того, чтобы вам показать. Я, значит, ухаживаю за моими ногтями вот этим кирпичом. Прекрасный кирпич от марки Kiko, и вот такие вот пилочки. Это у меня еще пока запечатанная. Вот эта пилочка шикарная, супер, супер пилочка. И вот это тоже пока запечатанная, пока даже не было надобности мне использовать ее. И вот такие вот пилочки тоже не распечатала. Кстати, у меня две вот такие упаковочки. Одну я распечатала, а вот эту новенькую хотела вам показать в видео. И вот такая вот жесткая. Это, скорее всего, наверное, для педикюра подойдет лучше всего вот такая вот жесткая пилочка. Пока еще не использовала. И вот эти вот лаки от марки Kiko. Некоторые лаки у меня еще с 2013 года. Прекрасно сохранились. До сих пор пользуюсь этими лаками. Я видео делала про эти лаки. Если вам интересно, можете посмотреть. В видео есть свотчи, все подробно показано. Сейчас я, конечно же, свотчи делать не буду, так как есть видео. Если кого интересует, пройдитесь по моим плейлистам, и вы увидите там все свотчи. Что хочу сказать, лаки от марки Kiko ничем не хуже от марки Dior. Ну, сравниваю с Dior, так как у меня есть Dior. И лаки Dior ничем не лучше от этих лаков от марки Kiko. Единственная разница — цена. Вот эти флакончики от марки Dior я покупала за 17 евро со скидкой. Что мне нравится в этих диоровских лаках? Да, красивое покрытие, но качество такое же, как и в лаках от марки Kiko. Единственное, что здесь красивый пэкинж, то есть красивый флакончик. Из-за флакончика, наверное, такая вот цена дорогая. Здесь флакончики простые. Продолжаю мое видео и хочу, значит, показать мои фавориты. Это помады после лаков. Значит, вот такие вот помады у меня есть. Вот эта помада старенькая, качество очень хорошее вот этой помады. Эта помада, по-моему, с 2013 года,
до сих пор прекрасно красит. Запах как был, так и остался. В принципе, качество такое, как и в помадах от марки Chanel. То есть 6 лет могут спокойно быть в вашей косметичке. Ничего с этой помадой не случается. Вот такой вот свотч. Эта помада, не помню, когда я ее покупала. Вот такая вот красная. Пробуем, как красит. Приятный такой аромат. Ванильный. И вот такая еще у меня помада есть. Темной сливы цвет. Вот какой вот свотч. Здесь немножко по-другому пахнет эта помада. И помада, которую я очень сильно люблю. Качество шикарное. Купила я зимой эту помаду в этом году со скидкой. Вот какая помада. Это просто что-то невероятное. Она смотрится очень красиво на губах, держится долго и не блестит, имеет такой матовый цвет. Здесь написано Matte Mousse Lipstick. Вот я сейчас так сделаю свотч, чтобы вам было видно. Вот, пожалуйста. Это помады, которые я люблю от марки Kiko. Многие помады от меня ушли, то есть я раздала, и остались вот эти, потому что я планирую еще покупать помады, и со скидками буду покупать этим летом. Я всегда покупаю, когда скидки в магазине Kiko, потому что очень выгодно, и когда покупаю, покупаю очень много всего. В общем, следующее, что мне больше всего нравится в марке Kiko, это вот такие вот кремовые тени в карандашах. Я не помню, в каком году я покупала вот эти вот тени. И хорошо сохранились эти тени до сих пор. Я думаю, что срок годности уже прошел, но я эти тени не выбрасываю. Сейчас вам покажу свотч. Смотрите, какой свотч. Кремовые, прекрасные. Растушевываются шикарно. Такой вот синий цвет. Потом, что еще хочу сказать. Очень удобно, когда тени вот в таком пекинже, плюс в карандаше. Что удобно красить глазки. Вот. И такой вот кремовый цвет. Быстренько вам покажу. Он такой матовый. Угу. Прекрасно. Иногда под базу использую эти тени. Как базу использую эти тени кремовые. Вот такой вот зеленый цвет. Свотчики вам сделала. Можно их растушевывать. Все супер. Дальше, что я вам хочу показать. Фавориты. Это вот эти карандаши. Вот этот карандаш у нас для чего? Сейчас мы посмотрим. Для глаз. Оки. Это для глаз. Я недавно покупала этот карандашик. Наверное, только один или два раза попробовала, но мне нравится. Вот этот карандаш я прошлым летом активно использовала. Если посмотрите видео,
которое я снимала прошлым летом 2015 года, то очень часто вы увидите на моих глазах вот этот цвет. Дальше. Это у меня карандашик для губ. Вот этот цвет для губ. Прекрасный карандаш, мягкий, можно растушевать. И вот этот шикарный карандаш для губ. Прекрасный, мягкий, и я часто растушевываю вот этот карандаш. Еще хочу вам показать два новых карандаша, которые я купила зимой, этой зимой 2016 года. Но это коллекция, по-моему, 2015 года, осенне-зимняя коллекция. Но так как была скидка в 2016 году, в январе, то, конечно же, я покупала со скидкой. Вот такой вот красивый золотистый цвет. И еще вот такой вот цвет. Такой вот зеленый цвет для глаз. И вот это для глаз. Два карандаша для глаз. И еще вам хочу показать несколько карандашей, но вот эти карандаши не являются моими фаворитами, хотя не могу ничего плохого сказать про них. Решила тоже показать. В общем, номер 4 для глаз. Часто использую я вот этот цвет. Вот этот цвет, кстати, очень хороший. Я часто использую для моих глаз, когда делаю видео, когда надо выбежать. Его можно красить как интенсивно, так и не очень интенсивно, в зависимости, как вы хотите сделать ваш макияж глаз. А это у нас для губ. Карандаши для губ. Видите, какие они мягкие. И вот этот карандаш для губ. Тоже мягкий карандаш. В общем, карандаши мне нравятся. Они очень мягкие. Вот. Шикарные. И вот такой вот элайнер для глаз. Здесь не очень тонкая линия, но если вы хотите нарисовать толстую линию, то, конечно же, этот элайнер очень красивый. Видите, какой он насыщенный, хорошо красит. Красит интенсивно, ровно, нет вот этих разрывов в линии. Вот такие вот свотчи вы видите на моей руке. Мое видео подошло к концу. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть, что мне нравится от марки Kiko. Я люблю марку Kiko, покупала и буду покупать лаки, помады, тени и карандаши от марки Kiko. На этом я с вами попрощаюсь. До скорой встречи, дорогие мои. Всего вам доброго. С вами была Татьяна. Пока-пока.